матч идет. Кто играет, непонятно, правда. Вратарь. Но очередь на него пипец. Ну, несмотря на то, что большая часть болельщиков уже посваливала, здесь просто так людей полно. Не знаю, красиво. На Красной площади все круто, все устроили. Тусовка, тусовка, тусовка. Без бразильцев, без мексиканцев. Вот. Ну, красотища, что говорить. Николь сказать сейчас. Вот так вот выглядит. Для людей сделали все здорово. Народ гуляет, вон флаги, все очень здорово на самом деле. Очень приятно здесь находиться. Встретили этого самого популярного толстяка чемпионата мира по футболу. Кто его не видел, тот не был на чемпионате. Вот он. Я хочу заработать.